кто не доел, вернётесь доедать. После обеда потихоньку шевелитесь. Бегать не надо. А можно? А где мои друзья тут? О, о, еще одно не хватает. Вот полнота. Господи, слава тебе. За великую радость, даруемую тобой в труде, в молитве, в общении с друзьями. Благослови врагов наших, всех ненавистников. Дай им любовь ко всему, что окружает нас и к нам. Претерпи, Господи, их гонения, и возвысь дело Твое, и всех выведи в свет правды евангельской. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Игнатий Иванович, Маша вообще крестного знамения не делает. Ну, давай, Маша, как правда креста? Нормально, когда низко кланяется она, ну-ка, низко поклонись, ну-ка. Она так вот сейчас махнула, и все. Ну, Маша, это нельзя делать так. Делай правильно всегда. Вот смотрите, у меня что-то есть в кармане. 7 букв и последняя А. Черемуха? Черемуха! Черемуха! Малина! Подожди. 5 букв. Это 8. 7 букв и последняя А. Клубника! Клубника! Черемуха, 8. Клубника! Клубника! Ну, говорили, клубника. Клубника, 8. Малина! Малина! Шесть. А я сказал, сколько? Семь. Ну, так отвечу. Да так просто. Значит, буква А последняя. А первая. Ну, так буквы загадывали. Откройте, пожалуйста, один первую букву. Жил. И говорит, отгадайте, еще у меня под кроватью на букву И. Ну-ка, дали. Говорит, эх, не можете, сапоги. Ну, что у меня? Не можете отгадать, да? Вишенка! Честно! Давайте, подходите. Вишенка, тогда мы... 8 получается, вишенка. Мое мнение, тогда не 6 букв. Посмотри, Володя, какая красота-то. Разрезали. Спаси Христос, Игнатий. По одной хотя, чтобы 7 хватило. Слово вишенка, 8 букв, Игнатий. Нет, 7! Возьмите. А что она без мягкого был? Знак? Да. Ну хоть ты старался, тебе так. По одной берите. Берите, кто не брал. Мои тройки сказываются в школе. Берите старые. Да, 7 пожилые. Нет, я не пожелаю. Ну, хорошо? Все взяли по одной. Берите, а комары не будут. Так, у меня сегодня стоит задача непростая. Ну-ка, вишенку красненькую. Так, это тебе, Галя, отдай другим ребятишкам сама раздашь. У меня непростая задача стоит сегодня. Слушайте внимательно. Ну, брат ты мой, потихоньку. Бери, малая. Сегодня. Сперва малым дорогу. Слушайте, какая у меня задача, помолитесь об этом. Хочу на ужин достать вам гречишного меду. И кроме того, еще и сотового меду липового. Сейчас поеду доставать. Достану или нет, не знаю, но желание есть. Первая половина гречишного почти уже все. Охота вас угостить, потому что среда. Так что помолимся сейчас об этом. Второе. У тебя полные руки. Ко мне написали записку такого содержания. Слушай, Галя. Да. Володя Пенкин достает разную одежду. Она как гуманитарная. Ему говорят, уже в Потеряевке всем дали. Он говорит, Игнат Тихонович пока не скажет, нет, буду носить. Потом у меня просьба к вам собраться всем табором, пойти к Надежде Васильевне со взрослыми.
Она положит все и выберите, кому что надо. Пошлите, пошлите. Значит, возьмите, если останется, для братьев, для сестер, чтобы забрали все. Можно сходить с ними покупать? Куда? Так ты чего туда показал? Да, нет. Так, еще не все. Слушайте, еще какой замысел у меня. Сегодня вот этот отрок. Звать его Алексей Новокрещенный. Считали Евангелие, толкование блаженного Филакта. И он говорит, а можно посчитать ту книгу, которую утром читал дядя Володя? Вы знаете, чем это грозит ему? Чем? Я ему подарю новый трехтомник, второе издание. Ты знаешь, там 200, сейчас я скажу, 240 иллюстраций святых. Только. Мы ее раскрасили, несколько лет рисовали, это раскрашивали. Это эти книги видели в библиотеке президента Путина. Он читать любит, хорошо. Читать любит. Книжки. Вот поняли, что я ему подарю? И крестному православию подарю. Эту книгу я писал 40 лет, материалы доставал. И для слова Божия нет уз. Это как бы автобиография, ну, всего, что было. Нет, нет, это другое уже. Все. Значит, помолитесь, я сейчас уезжаю, вы меня отпустите. Бога, волка ноги кормит. Я сказала, не забудь, когда уезжать будешь, значит, чтобы получить. Я тебе ягодку не буду давать. Заляжешь, дома передашь. Алеша, молись. Давайте помолимся, чтобы Бог благословил меня. На солнышко, чтобы никто не выходил сегодня. А можно в келье? А? Можно в келье? В келье лежать. Хорошо, просто ты заплетешь. Она купаться можно? Можно, да, потом с вас кто-то свой дядя Володя. Можно все выкупаться. А в келье? Я думаю, сегодня еще раза два можно купаться. И с ними. Никуда из поплавков не уплывать. Смотрите, чтобы это. А то, говорит, пришли купаться, было 7 ребятишек, а следили, вылезли, 6, а где один? А он пьет и пьет, не может выпить озеро. Так, ты не в той стороне-то, голубушка. Ну-ка давай-ка вылазь с этой стороны. Давай. Рядышком остановись. Господи, благослови меня и расположи ко мне людей, чтобы они дали такой подарок детям, чтобы они помнили, как велика милость твоя, ибо медом утешаются все. И богатые, и бедные. Благослови пчел, от кого эти пчелы будут бюдить мед. И хозяев благослови, кто даст. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спасибо. О, что-то мне Мишеньку дала. О, спаси Христос тебя, Соня. Можно в кинозал? Я думаю, а можно вишенку посадить? Игнатий Тихонович. Посади. Игнатий Тихонович. А? Можно в Надежде вишенку? Мальчики, соберите грязное белье, кроме трусиков и носочков. Это стирайте сами. Меня все услышали? Да. Соберите, я постираю. Дядя Никит, пошлите собирать.